Приглашаем к радиоприемникам всех наших друзей, понимающих чеченский язык. Эти передачи для вас. Человеческая жизнь – это тайна. На протяжении столетий ученые, историки и философы пытались понять, что такое человек и в чем смысл человеческого существования. Человек старается постигнуть секреты Вселенной, но Вселенная по сей день остается загадкой. Библия открывает нам, что Бог-творец создал все словом своим. Он сотворил человека по образу своему и поставил его владыкою над делами рук своих. Все положил под ноги его. Но грех непослушания разделил человека с Богом. Иисус Христос является Спасителем, посланным в мир, чтобы решить проблемы падших и грешных людей и восстановить мир с Богом и благоволение к людям. Передачи на вашем родном языке помогут вам понять, как Бог делает из грешника святого человека и что Он обещает тем, кто последует за Ним. Бог в Христе примирил с собой мир, не зачитывая им их проступков, и вложил в нас слово примирения. Итак, мы, послы от имени Христа, просим вас, примиритесь с Богом. Желаем вам благословения от Господа. Дается это до сердца его программного. Шунтидыме Юд Синс Билгал Бадек Амур передачи серии. Самудаем Бодош Ошхеса Спадчие Кохор. Гуттер Дутиес. Мудаждаем Бод. Разрядан Юдош Духундат. Нога Ашюхата. Ашдаем Кубо. Ашдаем Худо. Шудаем Мичлил. Шусиха Амел, цагуттура, хадда задолчу, цан билгулч, метка, хэнэх, мэсэ, дэнэхи. Кэш дэшнаш дээн болгур, извой, ца юх юхл долуш, кульш долу, ва уэн ца яш олуш дол, дош дол. Эс дээн ишт уэлю. Ага, дээн ца ё. Унда ээч вэ дэриш, эдмаш дол. Нагах уэлич, шу дээн олил долу, духун дэц. Ах, биллам зэ дээн олил долу, ца бэ вэчур. Из делю. Дал да им бодош очхена война из массу ниц болуш велик хунху уш массу хум девзеш массу хум нахлес дериги хума девзеш из бин сацам хуйч вочила массу хуман тях тях халхар долчун низам лахтош вуйлаха воих цхавац массу хуман тях тях халх долчун низам лахтош хуна долч. Ах шаш да им бодош очхена.